Добрый день! Сегодня будет опять мукбанг. Я ругаться не люблю, если честно. Салат вчерашний мой Тбилиси очень всем понравился. И у меня сегодня вчерашняя барашка. Что за столом не елось. Аппетита не было. Сейчас мне сестра принесет еще зелень. Я, знаете, по поводу чего побурчать хочу. Под влогом «Как сварить, как правильно сварить осетрину». Одна женщина написала: «Вы идиоты. Мы в Москве не можем себе позволить осетрину». Я вот не поняла. Они не могут себе позволить осетрину, а мы идиоты. Странно. Спасибо. Две буты забыла. Да. Горячо. Тебе мукбанг, что ли? Да. Знаете, что я по этому поводу думаю? Я когда вижу... Ну, например, что? Например, я люблю красивые машины, да? Я когда на дороге вижу красивую машину, у меня мысли такие, что молодец человек, что вот у него достаточно мозгов, чтобы он мог заработать на такую машину. Я не думаю, что ты идиот, я езжу там на каком-то тазике, а ты едешь на бизнес-классе. Странно, как можно обзывать людей? Причем мы в Москве. У вас в Москве такие зарплаты. Почему вы не можете себе позволить купить осетрину? Салат какой вкусный. Так, я, знаете, что хочу? Хочу, чтобы все было... Нет, тут не поместится, не получается. Я поделилась рецептом. Мара, иди сюда. Мама на море, она второй день бегает по дому, кричит. Хозяйка слышит. Что, моя родная? Мара, сейчас угощу тебе мясом. Меня опять начнут обзывать. Скажут, мы мясо едим по выходным, а вы кошку кормите. Вообще, если честно, мясо вообще вредно есть. Так что? Тем более барашку, она очень тяжелая. Я не иронизирую. Я говорю то, что есть на самом деле. Если честно, вот салат мясной и салат есть с барашкой не очень вкусно. Если отдельно салат вкусный. Знаете, что я к мясу приготовила вчера? Ну, как приготовила? Нарезала лук, сахар, перец. Что я еще? А, зелень. К барашке мне надо было эту закуску принести. Будьте добры, не надо заходить ко мне на канал и писать такие гадкие комментарии. Я поделилась рецептом, как вкусно и как правильно приготовить осетрину, чтобы она
не разварилась, чтобы она не рассыпалась. Когда перевариваешь, она прямо на волокна распадается. Я поделилась рецептом. А вы что в этом видео увидели? Я не пойму вообще. Люди каждый день и лобстеров едят, и черной икрой завтракают. Я думаю, не повод их называть идиотами. Вот вообще не повод. Она кинза. Петрушку все съели, что ли? Столько готовили вчера. Такой вкусный стол накрыли, наготовили. Практически ничего не ели. Разговаривали. Только беседовали за столом вчера. Гости принесли торт «Пьяная вишня». Мы его вчера не резали. Не знаю, почему. Забыли, наверное. Сегодня открываю холодильник, он мне прямо улыбается. Сейчас я еще и тортик с вами вместе порежу. Я с салата лук выбираю. Салат очень вкусный. Такой прям грузинский-грузинский. Ну что, мы вчера очень замерзли. Вчера был, по-моему, самый... Первый холодный вечер, прям осень-осень была. Дождь, во-первых, был. Мы уже хотели стол домой занести. Дядя говорит, не надо. В тепле оденемся и все. И мама второй день на море, говорит, погоды нет. Мама у меня в Туапсе уехала. Пасмурно, говорит, гуляем. Но море, говорит, еще не заходили. Я говорю, ничего, и то подышать морским воздухом, погулять. Это дело. Надеюсь, вы меня услышали, да, кто мне написал этот комментарий. Будьте добрее. И... Знаете, когда вам показывают что-то, всегда ищите в этом что-то прекрасное, а не негативное. Тем более у меня этот влог был заявлен как кулинарный влог. А вы за что гадость написали? Как можно обзывать незнакомого человека? Вообще не понимаю. Я так обгрызаю косточки, персику ничего не оставляю, потому что он, у нас косточки такие не ест. Он у нас из мяса есть только куриные лапки. Вот бывает, как собаки сидят, там кости грызут. Нет. Чего я себе... Что? Я себе положила 3 пистолетика, съела один кусочек и наелась. Карин, тортик со мной? Нет. А что? Я на интервальном, мне можно. Ну, до 5 все, что хочешь, можно. Все, я наелась. Что-то я быстро наелась.
А где вы, знаете, выехали уже, хотела поехать купить себе кружку. И там взять с Лолиточкой по делам поехали, я с ними покаталась и вернулась. Передумала, думаю, как-нибудь отдельно поеду, сниму какой-нибудь красивый обзорчик магазина. Себе кружку хочу выбрать, чайную, большую и на блюдце. Ладненько, все. Такой легкий обед у меня был. Сейчас будем тортик резать. Так. Тортик вчера не открывали. А, нет, это пьяная вишня, королева тортов. Тортик от Джульетки будем пробовать. Сразу такой аромат пошел. Все отказываются кушать тортик, все на диете. Ой, у меня лопаточка есть, можно было, конечно, красиво это сделать, но ладно, забыла взять лопаточку. Вот такой маленький кусочек. На чем мы остановились? Мне повод дай, да, побухтеть. Я ж буду бу-бу-бу-бу-бу. Не надо. Надо быть добрее. Добрее, терпимее. Так, парашку ела, уже всю футболку, всю рубашку запачкала. Свежий тортик. Сейчас попробуем, вкусный или невкусный. Ну скажите, как шоколадный торт может быть невкусный? Кофе пью из чайной кружки, потому что у меня кофейная кружка мало. Тут прям наисвежайший. Девятое сентября. Сегодня какое число? Мне принесли вчера, девятое было, вчерашний торт. Вкусный очень торт. Состав: шоколадный бисквит, ликер, вишня, шоколадные сливки, шоколад. 100 грамм продуктов содержится... Ой, 410 килокалорий. Не очень много. У меня как раз тут 100 грамм. Даже не 100 грамм, 70. Мне еще 30 грамм можно поесть. Что я утром съела? Что я? Чем я завтракала, я уже не помню. Я точно помню, съела 2 персика. Короче, 1400 калорий я еще не съела. Тортик мне можно. Я 3 недели на интервальном не похудела ни на килограмм. Но уже радует, что я не поправилась. Сейчас, знаете, радует не то, что не похудела, а то, что не поправляюсь. Это тоже радует. Все, длинный влог записывать не буду, потому что у меня вчерашний влог уже грузится. 1,5 суток влог не могу загрузить. Как
Выпал, уже сутки не могу влог загрузить. Ладненько, будем прощаться. Еще раз убедительная просьба. Когда заходите ко мне в гости на канал, не пишите мне гадости. Воздержитесь от таких комментариев. Всех люблю, целую. До завтра.